Так, ну что, привет всем с канала Spirit of Gun. Сегодня, друзья, я бы хотел сделать небольшой обзор вот на такие вот сошки. Та-дам! Это, в общем, обычные дешевые сошки с Озона заказали. Единственное, что они были подписаны как сошки от Vector Optics. И сама фирма себя как бы неплохо зарекомендовала, да? И уже есть к ней какое-то доверие. Но когда нам эти сошки пришли, здесь, как на коробке, так и на самих сошках нету никакой надписи о том, что это Vector Optics. Единственное, в чем было отличие, это то, что положили гарантийный лист, на котором была гарантия якобы от Vector Optics, да, там написано. Вот так вот на самом деле эти сошки подписаны. Вот. Это дешевые сошки. Цена их у нас в Беларуси в районе 140 рублей. Если за металлические. И есть еще карбоновый вариант, тоже товарищ мой заказал. Они стоят немножко дороже, в районе 160 рублей. Вот. Всем рекомендую брать сошки обязательно с качалкой, потому что это довольно-таки удобная их эксплуатация. Сошки разлаживаются, довольно-таки надежно сделано. Попробуем сейчас их отстрелять и посмотрим, какую группу они соберут у нас на карабине. Поменяется ли картинка? Вот меня как бы все мучило. Мучили сомнения, что, может быть, мои сошки такие, как бы, да, дают такой результат. И вот я решил попробовать вот такого плана сошки. У товарища работают сошки отлично, собирают группу в районе 4 сантиметров на Монзе. В общем, ну, ему нравится. Вот он их попробовал, говорит, отличные сошки, хорошо работают. Попробуем и мы. Посмотрим, поменяется картина или нет. Отстреляем группу на 100 метров сейчас, может даже несколько групп. Поставлю камеру там, тут все будет видно, онлайн, трансляция, все будет видеть. Так, ну что, поехали. А? Огонь, вчера вернулся с охоты. Охота, правда, не сильно удачная. Мазали, скажем так. Так, здесь нужен шестигранник. Наверное, фонарик можно снять. Для чего нужна качалка, да? Вы когда стреляете, бывает, что поверхность под разным наклоном, и вам нужно выровнять, чтобы карабин стоял строго горизонтально. О, по вертикали, да? Для этого нужна качалка. Вот она поджимает. Но мне не нравится вот этот у него как сделано. Надо поджать. Есть люфт. Бля, слушайте, надо... Ну-ка, давайте-ка люфт уберем. Вот люфт идет. Видите? Самого крепления. Надо, скорее всего, вот эту штуку поджать. Да? О, лучше. Еще подожмем. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Уже лучше. До этого люфтило у Юры. Ну ладно, попробуем. Вот она. Работает качалка. И вы ее просто зажимаете. Все. Сошки зажаты, стоят жестко довольно-таки. Есть люфт. Вот здесь вот. Если мы нажмем, они, допустим, выскакивают. Вот этот люфт есть. Не знаю, но, по-моему, я смотрел на многих сошках. Вот есть вот этот люфт на этих ножках. Как бы такое дело... Обычная. Так механизм работает хорошо. Так, ну что, пробуем. У нас вроде все по нулям. Попробуем по три сначала. Давайте вторую.
А, один улетел. Обидно. Один оторвался, да? Ну что, пойдем мерить? Штангелем. Последний оторвался почему-то. Ну да ладно. Так, ну что, вот у нас есть такой коврик. Попробуем, насколько эффективен этот коврик вот с такими, с более-менее нормальными сошками. Основное его преимущество в том, что он дает постоянное одинаковое покрытие, как бы, да, и он в этом плане более стабилен. Но с моими сошками он не дружит. Результат только ухудшался. Попробуем, что будет сейчас. Мешочек возьмем. Так, ну что, давайте посмотрим результат. Вот у нас результат стрельбы с коврика. Короче, 20 сантиметров. И вторая группа примерно 18 сантиметров вышла. Вот. В общем, что на моих сошках, что на этих, раскидывает группу. Нету стабильности. Вот хотя бы такой коврик, короче, не дружит с саёшкой. Не знаю, что делать. В общем, не дружит. Мешочек, в принципе, неплохой. Да, получается, марка более стабильная. Все держишь четко. Вот вообще четенько сюда выцеливаешь. А результат раскидывает. Не знаю, в чем проблема. Ну, проблема есть. Скорее всего, это проблема с цевьем. Не знаю. Честно, сложно сказать. Со стола, с обычного упора, с деревянного. Вот группа с этих сошек. 12 сантиметров, 9,8. В принципе, сошки неплохие. Довольно-таки стабильный результат показали. С учетом этих галимых патронов, блин, Барнаул, прошу вас, пришлите нам сюда 4,2 грамма в Беларусь. Их очень не хватает нам. Вот. В общем-то, сошки неплохие. Мне понравились, работают хорошо. Качалка работает хорошо. Вот такой вот, короче, они дали результат. Давайте сделаем контрольную группу с моих сошек. В общем, они в прошлый раз... открутились и дали худший результат. Сейчас я их поджал. Попробуем. 5 выстрелов в нижнюю мишень. Ну что, приехал мой товарищ, сейчас попробуем с Монзы стрельнуть. Получится, не получится. С его сошек. Что-то не очень это. Что-то не очень этот выстрел. Что-то не очень, там, наверное, в одну точку все, да? Все, можно идти. Так, ну что, давайте, смотрите, подведем итоги. Короче, вот первая моя группа, вторая моя группа сошек. Это две группы 19 и 20 сантиметров, это с коврика. Коврик всегда дает разрыв, разлет такой, да? И это моя контрольная группа с моих сошек, тоже почему-то дала большой разлет. Но, в принципе, я всегда грешил на патроны. Бывали у меня такие отрывы на этой партии. Может, так совпало как бы. Но если сравнить как бы вот эту и эту, есть результат, да? Эти сошки дают более лучший результат на тех же самых патронах. Это группа моего товарища. Первая группа 3,4. Вторая группа 7,5. Третья группа 6,6. Кентавр, карабин Монза. Вот такой вот результат.
Сошки, в принципе, неплохие. Посмотрим, насколько они ресурсно выдержат. В принципе, пятерка не такой сложный калибр, скорее всего, выдержит без проблем. Но, допустим, 308-й, посмотрим, сколько у товарища они продержатся. Эти довольно-таки дешевые. Но вроде бы неплохие сошки. Так, ну что, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Время.